У меня неожиданно появилось настроение записать видеовизитку. Меня зовут Николай Галямов, мне 22 года, рост 1,80 м. Я актер. Совсем недавно приехал со съемок проекта «Помилование», который снимался в Питере. Уже скоро конец съемок. И я совсем недавно постригся, у меня были длинные волосы. Немного непривычно. Хожу без шапки теперь. Вот, я очень много посвящаю времени своим навыкам, потому что я понимаю, как они нужны для кино. Я занимаюсь паркуром, танцами, акробатикой, слежу за своей формой, домашние тренировки. Буду рад принять участие в ваших проектах, так что предлагайте, звоните, я всегда на связи. Спасибо за внимание, до встречи.